Выставка шедевров древнерусской иконописи открылась в Италии. Экспозиция развернута в старинном замке города Бари в рамках международного фестиваля «Русские сезоны». Это событие, как отмечалось на церемонии, одно из главных в нынешнем году. Наряду со скорым открытием прямого авиасообщения между Москвой и Бари, а также началом работы почетного российского консульства. Из святого для всех христиан города, где пересекаются православие и католичество. Асия Емельянова. Искусство сегодня – самый успешный дипломат. И дипломаты знают. Бывший посол Италии в России и действующий посол России в Ватикане Антонио Дзанарди Ланди и Александр Авдеев открывают третью выставку за год. «Русская икона. Милосердие и молитва» из коллекции музея Рублева и музея русской иконы после Рима и Пальмановы приехала в Бари. И до конца июня сюда, в Свевский замок, постоять перед русской иконой будут очереди. Лучшие русские иконы 17-16 века приехали сюда к святому Николаю. Причем контекст интересный. 10 дней назад был телефонный разговор патриарха Кирилла с папой Франциском. Первый телефонный разговор за всю историю наших отношений. А сейчас первая выставка икон русских в Бари. Не мы созерцаем иконы, а иконы зрят на нас. Итальянцы считают, что именно русским богословам принадлежит самая точная формулировка. Это первый раз, когда святой Николай, архиепископ Мирликийских 14 века, смотрит на жителей Бари. Правая рука поднята, благословляя в левой Евангелие. Русский зритель к такому письму, к такой трактовке без раскинутых рук почти не привык. Это византийская школа, знакомая, кстати, больше итальянцам, потому прежде всего для них эта встреча – чудо и подарок. Этот образ впервые вывезли из России, с тех пор, как нашли. В 1967-м в крохотной часовне на берегу северной речки Онега в деревне Кьяльованга. Сохранность необыкновенная. Иконе даже не понадобилась реставрация. Россия и Италия очень похожи, и их связывает сотни лет дружбы. Выставка устроена именно в Бари. Это яркое проявление желания возобновить диалог с миром великой русской культуры. В Италию привезли памятники 17-18 веков. Итальянский зритель увидит икону эпохи интенсивного культурного сближения России с Европой. Процесс был запущен Петром I в 1697-м. К Папе Римскому был отправлен боярин Шереметьев, годом позже стольник Петр Толстой, оставивший подробное описание города Бари и необыкновенной базилики, которая сегодня для русских паломников главная точка в итальянском путешествии. Третья, но, пожалуй, самая долгожданная выставка. После Рима и Пальмановы и русские иконы в Бари, городе, где хранятся мощи святителя Николая, святого, одинаково почитаемого и католиками, и православными. Асия Емельянова, Иван Малышев, Вести, Бари.